Раби Мейр Кахане. Агават Исраэль. Агават Исраэль – любовь к народу Израиля. По этому поводу ни один из леваков не может нас учить, ведь люди из левого лагеря были последними, кто присоединился к борьбе за евреев России и Сирии. Последними вся борьба велась за границей религиозными и национально настроенными евреями, которые были теми, кто действовал, кто сидел за это в тюрьме. Эти нет. Эти не принимали участия. И сейчас они заговорили о любви к народу Израиля. Они – те самые пальмахники, которые предавали евреев англичанам, которые хладнокровно убивали евреев с корабля Альталена. И они вдруг заговорили о любви к евреям. Эти – они последние, кто может об этом говорить. Они убили здесь Дехаана. И неважно, кто был Дехаан. Антисионист, хороший человек, плохой человек. Он был еврей. И вдруг они так заговорили о любви. Поэтому будьте без комплексов. Среди заметной части людей верующих имеется некий комплекс. Не комплексуйте, пожалуйста. С чего это вдруг? Мы как раз любим народ Израиля. Мы любим евреев. Очень сильно любим. А они нет. Они ненавидят. Тот, кто был в этот вторник в Гиватайме, видел эту ненависть. И какую ненависть! Трудно поверить, что подобная ненависть существует. Настоящая! И эти люди говорят о любви. Не комплексуйте, ведь у нас настоящая любовь. И поэтому мы обязаны любить евреев, самоотверженно действовать ради евреев, и даже пойти и погибнуть, освящая имя Всевышнего ради евреев. И по этой причине, по этой же самой причине, мы должны доказывать и обличать. Сноска. Рав Кахане проводил два митинга в Гиватайме. С тем, чтобы помешать этому и сорвать его выступление, мэр города мобилизовал около 10 тысяч кибуцников, которых он привез в город на арендованных им автобусах. Конец сноски.